Il match en points, Elisa Grubleska. Tatami 1, next quarter final, men under 33 kilo. In blue from Bulgaria, Mark Christoph. In white from Netherlands, Koen Hecht. Четвертьфинал, на этот раз весовой категории до 73 килограммов, в белом кимоно голландец Пен Хек, в синем Марк Христов, представляющий Болгарию. Одинаковые шансы на победу, по мнению участников голосования на сайте Judo TV. Насколько оно, голосование, будет отражать содержание этой схватки, по первым 30 секундам понять пока сложно. Чаще побеждает голландец в 70% случаев. Ну и Марк Христов тоже хорош. Еще как хорош. 23-й номер мирового зачета. 23 года ему. Вот такая магия чисел. Кон Хек лишь на 106-й позиции. Но ему тоже 23. В этом компоненте они похожи. 2 минуты 30 секунд до окончания основного времени. И первое замечание. Судья встречи показывает спортсмену из Болгарии за пассивное ведение встречи. Хороший подворот в исполнении Хега. Пытается сейчас в партере накатить своего соперника, чтобы провести последствия удержания. Но как бы самому в этой ситуации не попасться Христоф и сам не прочь завершить эту встречу досрочно. Очень крепко держал голову своего соперника. Небольшая беседа сейчас у Христова с судьей. Интересно, о чем они разговаривают. Так. Это Япон. Эго, но кажется, не только я не понимаю, что произошло. Хорошо знакомый нам Рашид Мамедалиев, представитель Азербайджана. На сей раз в четвертьфинальной схватке борется со спортсменом из Бразилии в синем кимоно Винисиус Ордина, который очень уверенно прошел своих соперников. 20 лет ему всего. Мамедалиев чуть старше, 23 года, 29 номер общего зачета весовой категории до 73 килограммов. Главная ассоциация
которая возникает с Мамедалиевым, это то, что схватки с его участием непременно переходят в дополнительное время. А, почему-то я думаю, что это произойдет и сейчас. Хотя пока оснований предполагать таковых нет. Но часто мы видим в Golden Score Мамедалиева, и за дополнительное время азербайджанский дзюдоист оказывается сильнее. То есть соперников сейчас Ардина провел бросок, накручивает пояс себе на руку, чтобы выполнить переворот, и действительно он его осуществляет, да только слишком сильно перекрутил. Но борьба в положении лежа продолжается, и только сейчас судья встречи поднимает азербайджанца и бразильца в стойку. Дело в том, что на татами номер 2 и на татами номер 1 и на татами номер 1 выступают австрийские спортсмены. Ну, на татами 1 еще готовится, он будет, Бернард Пашин. А вот Михаил Палерес проводит встречу против Элизы Вороблевски из Польши. Как вам мой прогноз, то эта схватка в итоге перейдет в дополнительное время, насколько он точен? Хорошо держит левую руку своего соперника Мамедалиев. Сейчас опускается в партер. И первое замечание достается Винисиусу. Подхват под одну. У чемодан бразильца. Молодцы, молодцы австрийские зрители. Просыпаются, понимают, что их австрийские спортсмены близки к тому, чтобы выйти в полуфинал, а где полуфинал, там и медаль, чисто теоретическая. За эту медаль готов побороться, естественно, и Мамедалиев и Ардина. Минута. Тактическая борьба за захват, именно ее мы сейчас наблюдаем. Ой-ой-ой, неприятно сейчас. А левой рукой попадает в лицо Ардине Мамедалиев. Но извиняет, все правильно делает. Было это, конечно, не специально. Final. Fernando,
The time to the next semi-final, main under 73, two from Netherlands, going back in one from Moldova, as it was promoted. That's only one next contest representative, you may understand this video. In blue from Bulgaria, Mark Christoph. In white representing Romania, Johan Kitak. Nikka Kampatmatia, in black of Brazilian, Nawana Silva. Iva Oban of Kroatia, in white. Thank you.
Очень интригующая схватка нас ожидает прямо сейчас. Мы постепенно переходим к просмотру четвертьфинала. В данном случае наблюдаем за встречей весовой категории до 81 килограмма, и встречаются в ней бельгийский дзюдоист Ярни Дюйк и итальянец Антонио Эспозито. Дюйк маленький подвиг уже успел совершить. Во второй схватке победил израильского дзюдоиста Саги Муки, который, конечно, считался фаворитом. В той схватке он является бронзовым призером Олимпиады в командном турнире. Но, видите, Дюйк его прошел. Парню 21 год. Показывает интересную борьбу. И сейчас его ловят. Его ловят. Эспозито слишком хорош, чтобы допускать возможность осечки. 19 номер мирового рейтинга Антонио Эспозито проходит финал. Полуфинал, простите. Может, сейчас забегаю вперед? Рано еще. Его так закрывается. Пока только полуфинал. В свою очередь, бельгийцы будут утешаться.
Esposito goes to the final. Fernando, of course, you know, will be for bronze. Nikita Tarkov, Matthias, the fourth from the set. With class of 63 kg, in power of the USA, Jack Lunesuka. Dimitrios Sabino of Brazilian in white. The dummy two, next semi-final, main match 23, blue cross, Netherlands, go ahead. In one from Moldova, Adolfo Smarov. Contest repêchage, men under 73 kilo. In blue from Bulgaria, Mark Kristoff. In white, representing Romania, Ion Petek. Nikita Tarkov, Matthias, Profunde, this time the Kula. In law of Brazilian, Navarra Silva. Ina Oberon of Kroatien, in white.
Yeah.